Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Сегодня я хочу с вами поделиться опытом того, как можно в Китае заказать себе аккумуляторы формата 18650 абсолютно бесплатно. Но сначала небольшая предыстория. Есть у меня вот такие вот фонарики различные, в Китае купленные, здесь у нас офлайн купленные. Я перевел некоторые из них на аккумуляторы 18650. Кто-то из них уже был изначально заточен под эти аккумуляторы. То есть, в принципе, эти аккумуляторы широко где применяются. Это и пауэрбанки разные, и там электронные сигареты и так далее. То есть, вот такие вот аккумуляторы у меня установлены. Это полное фуфло из Китая, ультрафайеры. Здесь заявлено у нас на зеленом 8800 мАч. Быть такого не может физически. 3000 мАч может быть, но 8800 никак не может быть. Как я говорю, физически сюда не запихнуть этот объем. Так вот, мне понадобился тоже такой простенький аккумулятор, который я обычно использую для фонариков. У меня есть хорошие аккумуляторы, тоже все из Китая. Это у меня и Sanyo, и Samsung, и Panasonic на 3400 мАч. Вот эти аккумуляторы мощные и классные, но они реально дорогие. Ну как, ну, дороже, чем вот этот хлам весь. Вот. Но вот этот хлам хорошо использовать в фонариках, потому что если вы там охотник или рыболов, то да, вам может быть такого фуфла не надо, вам нужны нормальные аккумуляторы. А если вы там периодически где-то во двор выйдете что-то посмотреть, там с машиной поковыряться, там полчасика, часик, то этого аккумулятора вам хватит. Единственное, чем он отличается от хорошего аккумуляторов, и это именно в использовании в фонарике, это только временем работы. То есть там, где хороший аккумулятор протянет, ну, грубо говоря, там 3 часа, этот протянет 1 час, да, ну, приблизительно. То есть по яркости свечения разницы никакой не будет. Так вот, сейчас я хочу вам с вами поделиться опытом того, как вот такие вот аккумуляторы китайские можно без проблем, ну, бесплатно, так скажем, заказывать себе, тащить из Китая. Итак, давайте-ка откроем пакетик. Там должен быть аккумулятор. Заказывал я себе один аккумулятор. Так, почему-то здесь я наблюдаю два. Но, видимо, продавец знает, с чем он торгует. И дабы задобрить меня, наверное, вот положил два аккумулятора. Ну ладно, не суть дела. Ссылка на эти аккумуляторы будет под видео в описании. Кому это понадобится, будет интересно, можете переходить, заказывать. Так, и смотрите, в чем дело. Как я говорил, максимально формат 18650, вот такие аккумуляторы, можно запихнуть 3400 мАч. То есть вот как раз таки Panasonic, здесь 3400 мАч. Если же написано 8800, например, да, или вот как вот эти я вот увидел, 9900 мАч, то смело можно брать, ну, если вы уверены, что сможете в споре отстоять свои права, и вы сможете без проблем оставить их себе и вернуть деньги назад, потому что не бывает такого объема в таких аккумуляторах. Это точно. В подтверждение моих слов я вот тут, наверное, оставлю аннотацию и также под видео ссылочку на то, как я тестировал вот эти аккумуляторы и открывал спор, как выигрывал спор. То есть все это можете посмотреть, кому интересно, вот по этому видео, если перейдете. Итак, что касается этих аккумуляторов, я больше чем уверен, что это такой же полный хлам, около 1000 мАч, максимум 1500, там, или 1600 мАч, но никак не 9900. Вот, что для этого нужно, чтобы, например, открыть спор и попытаться его выиграть? Ну, в нашем случае нам необходимо его выиграть, чтобы оставить их себе. Я буду использовать вот такой вот прибор, IMAX B6, ну, кто знает, тот знает, это хорошее зарядное устройство, которое может и заряжать, и разряжать, показывает нам емкость, какую я аккумулятор взял, какую я отдал и так далее. То есть это полноценное зарядное устройство, которое полностью всю информацию выдаст мне об этих аккумуляторах. Кто-то скажет, что вот не у всех есть такие вот зарядники, да, что ты нам показываешь тут. В принципе, я даже выигрывал споры благодаря вот обычному пауэрбанку и вот такому вот USB тестеру. То есть устанавливаем сюда аккумуляторы эти оба, ну или там один, как угодно, да. Устанавливаем, подключаемся и начинаем заряжать. Заряжать, разряжать и так далее. То есть вся информация здесь у нас выводится. Эти штуки стоят дешево, и у большинства они есть, и при помощи них лично я выигрывал споры. Некоторые говорят, что это невозможно, нужны сертифицированные зарядники, типа вот IMAX. Нифига, я выигрывал и так. Плюс, вот такие аккумуляторы, они к нам идут зачастую без трек-номера. Ну, если вы не заказываете там штук 10-20 сразу в одной упаковке, тогда может быть трек-номер присвоен. Заказываете вот такой аккумулятор, один там или два. Вот, по-моему, я один заказывал, положили мне почему-то два. Вот, и они не отслеживались. То есть, в принципе, я уже даже спор выиграл. То есть, я указал, что, чувак, трек не отслеживается,
приложил несколько скриншотов с разных систем отслеживания треков. Это с Почты России, Почта Китая и 17 трек. Вот. Говорю, не отслеживается. Он что-то побрыкался, но потом, да, согласился, даже еще извинился. Вот. Ну, в принципе, да, я как бы поступил не очень хорошо, вернув деньги за этот товар, когда он ко мне пришел, да. А с другой стороны, зачем они торгуют вот этими вот 9900 мАч, да, и ценники могут лупить, они там буквально там разбросы капитальные. То есть наживаются на нас, на добрых людях, да, так скажем. Вот. Ну, раз они дурят, тогда и я дурю. Ну что, друзья, что я требовалось доказать? Аккумуляторы на самом деле полная фигня. Вместо заявленных 9900 мАч у них, внимание, 1137 мАч. То есть, ну, грубо говоря, в 8-9 раз показатели были завышены. Так что за эти аккумуляторы продавец в любом случае деньги бы не увидел. Вот, и так что мотайте на ус, если вам нужны простенькие аккумуляторы для выполнения каких-то простеньких задач, там фонарики, либо каких-то других таких устройствах, где не жалко просто будет их эксплуатировать, то в принципе на халяву можно их будет приобрести. Не гарантирую, что спор вы выиграете, если у вас нету IMAX, будете именно тестером делать, но все-таки тестером я тоже деньги обратно возвращал без проблем. Вот, так что, если нужны, приобретайте. В принципе, емкость вы их знаете, 1000 там с чем-то миллиампер. Но в принципе у всех ультрафайеров, это там вот у таких вот ерундовых аккумуляторов, у них примерно такая емкость у всех. Будет там 5000 написано, 6000, там, да хоть 100000. Больше 1000, там 1500 они туда не запихивают, у них это не получается. Вот, если нужны, приобретайте. Напомню, ссылочка под видео в описании. Также я оставлю ссылочки на свои аккумуляторы хорошие, там 3400 мА, это Panasonic, 2600 Sanyo и Samsung. Кому необходимо, можете тоже переходить, заказывать. Также под видео будут ссылочки о том, как приобрести любой товар на сайте AliExpress реально дешевле, и еще на этом можно и заработать. Тоже посмотрите, и может быть кому-то будет интересно. Ну, а на этом у меня, в принципе, все. Кому видео понравилось или было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на канал, не забывайте про группу ВКонтакте, делитесь этим видосом со своими друзьями. Пока!